Никита Котин, защитник Ярославского «Шинника». Никита, давай подведем итоги, что не получилось сегодня у «Шинника». Да, много чего не получилось. Играли безобразно как в обороне, так и в атаке. Собственно, поэтому пропустили два мяча и не смогли отыграть их. Не выполнили установку тренера, значит, это связано. Либо потеря концентрации, либо еще что-то. Будем исправлять ситуацию с такой игрой, прошу прощения, болельщиков. А во время перерыва что нечестно говорил, как расстраивал команду? Как подбадривал, говорил, что нам надо изменить в игре, как будет лучше при построении атак, также при обороне, и какие изъяны появляются в обороне у противника, как нивелировать их атаки и все подобное. Спасибо, удачи. Спасибо.